за что ноутбуку получил оценку удовлетворительно. Ну, это тобой удобнее всего носить легкие тонкие. Но, к сожалению, ни у одного из них нет достоинства. Всегда изюру. Поэтому для DVD понадобится дополнительный прибор. Кроме того, такой компьютер слабоват. Но все же его сил вполне достаточно для информации в интернете, несложных программ и незатейливых игр. Лучшим из протестированных устройств признан Samsung стоимостью 11 000 евро. В одном из дорогих модных бутиков столицы, где в минувшие выходные завершилась неделя моды. Там побывала Юлия Людвиг. Длинноногие стройные красавицы, причудливо одетые молодые люди на улице. На прошлой неделе Берлин охватила модная лихорадка. 72 дизайнера из 15 стран мира показали в рамках Берлинской недели моды свои коллекции Pret-a-Porter сезона весна-лето 2014. Mercedes-Benz Fashion Week, так звучит ее официальное название, состоялась уже в 13-й раз. Неотъемлемая ее часть – торговая ярмарка Bread and Butter, где закупщики высматривают новые веяния и заключают контракты на поставки актуальной одежды. Моду в немецкой столице любят, убежден основатель и директор ярмарки Карл-Хайнц Мюллер. Берлин – это самый подходящий город. Я думал, где еще в Европе можно было бы устроить выставку, но лучше города не найти. Как раз для нашего бизнеса такого стиля жизни не найдешь ни в Париже, ни в Милане, ни даже в Лондоне. Похоже, не все так считают. На этот раз в Берлин не приехали коллекции таких именитых кутюрье, как Хуго Босс и Рене Ланге. Поэтому все внимание прессы и публики досталось молодым дизайнерам. Босс тоже не приехал в Берлин. Я только что говорил с нашим правящим бургомистром. Он считает, что это ошибка. Я его в этом поддерживаю. В данный момент дизайнеры сфокусированы на Китае. А показ можно сделать только один. Такие в нашем бизнесе правила. Но сейчас появляется множество новых интересных брендов. Считает Карл-Хайнц Мюллер. Особой темой на Берлинской неделе стала эко-мода. С каждым годом все больше модельеров пытаются совместить искусство одеваться с экологически чистыми и социально ответственными методами производства текстиля. Ближе всего к потенциальным покупателям модных нарядов оказалось шоу Underground Catwalk – подземный подиум. Модели дефилировали в вагоне берлинской подземки. Чтобы поближе рассмотреть или даже потрогать парение дизайнеров, достаточно было просто купить проездной билет и сесть в вагон метро. Мы, конечно, договорились. Берлинский метрополитен дал нам разрешение на показ. Но это уже не закрытый специальный показ, как в прошлые годы. Раньше мы арендовали целый поезд метро. Теперь шоу проходит во время обычного рейсового движения поездов. 12 дизайнеров демонстрируют свои коллекции между Александерплац и Франкфуртер-Аллее. Рассказывает устроитель подземного подиума Алекс фон Хессен. Дефиле в метро он проводит уже в 8-й раз. Но на настолько тесный контакт с пассажирами решился впервые. Один из кутюрье, участвовавших в Underground Catwalk, берлинец Олег Лазарев. Вдохновение для своей коллекции он черпал из чувства ярости. Я был вне себя, хотел показать, что сейчас происходит в России, Турции, да и во всем мире. Своей работой хочу выплеснуть свой гнев, показать свое отношение к табуизированию важных для меня тем. Актуальные мировые события также стали темой мужской коллекции весна-лето 2014 известного берлинского дизайнера Михаэля Михальски. Он представил спортивно-морскую одежду под девизом «Sweet Freedom» – «Сладкая свобода». По мнению Михаэля Михальски, это отражает то, что в данный момент движет общество. Я полагаю, что многие люди сейчас думают о свободе. Просто посмотрите, что произошло пару дней назад в Египте, что творится в Турции, в Америке, с уравниванием в правах гомосексуальных браков. Свобода всех нас в опасности в связи с наблюдением спецслужбами приватных интернет-ресурсов. Я полгода думал о свободе, думал, как я могу это выразить, и выбрал, как метафору для нее, море. Показ Михаила Михальски подвел черту под итогами Берлинской недели моды. Стильная публика разъехалась, но уже вскоре снова соберется на берегах Шпрее. В январе неделя моды вернется с коллекциями на осень-зиму 2014-2015 года.
около 200 тысяч этнических немцев. Некоторые из них, прожив какое-то время в Германии, вернулись в родные места и открыли там свое дело. Они также заинтересованы в сотрудничестве с переселенцами, оставшимися в ФРГ. Помочь им в этом – одна из задач Ларского отделения Союза предпринимателей. Мы в первую очередь предлагаем это в нашей орг-группе. Те, которые, например, хотят только открыть свой бизнес, они тогда приходят, мы можем там им сказать, куда идти, чтобы там правильно все организовать, чтобы не было никаких потом проблем. Если там у кого-то уже есть свой бизнес, у него там какие-то проблемы там с финансам там, или ИХК, или еще что-то, мы также можем посоветовать или там послать к адвокату или еще что-либо. Более так поддержка для наших предпринимателей. Кроме практических советов, Союз предпринимателей оказывает своим членам информационную поддержку, организуя семинары и лекции на интересующие бизнесменов темы. Вместе сотрудничаем с Industrial Hunters Camera здесь у нас. И там вот тоже для предпринимателей, например, тема, как правильно вести разговоры в банке. Да, если хочешь получить какие-то средства, там кредит или еще что-либо для своего предпринимателя. Ну, такие семинары тоже проводятся. Олеся Руди, директор автотранспортной фирмы K&R Transport GmbH, прошла нелегкий путь от начинающего бизнесмена до успешного предпринимателя. В 2004 году, когда супруги Руди основали фирму, в ее автопарке был один грузовик, за руль которого сел муж Олеси. Сегодня предприятие K&R Transport насчитывает 25 машин и 70 сотрудников. Поначалу все было как бы сложно. Не было такого опыта большого. Делаешь ошибки, на ошибках потом учишься. Из-за чего вот это у меня сейчас такая цель, вот этот интернимофонбанк, чтобы люди действительно могли просто прийти, можно посоветовать, можно сказать, зачем кому-то такие же ошибки делать, которые делали мы когда-то, которые стоили много денег, стоили много усилий, много нерв. Опыт и накопленные знания, которыми Олеся Руди и ее коллеги охотно делятся, помогли многим начинающим бизнесменам не только открыть предприятие, но и развить его, и справиться с трудностями, которые неизбежны в начале любого пути. Время движется под музыку в ритме танго. Шаг вперед, шаг назад, да прыжок по зигзаг. Падай рядышком со мною, мой падший ангел. Не смотри в небеса, посмотри мне в глаза. В глубине не мой вопрос, в глубине идет один и тот же фильм о том, как опыт не игрок. Все проиграл, поверив призрачной любви. Прячем слезы от посторонних печали. Движется под музыку в ритме танго. Не смотри в небеса, посмотри мне в глаза. В глубине не мой вопрос, в глубине идет один и тот же фильм о том, как опыт не игрок. Все проиграл, поверив призрачной любви. Слезы от посторонних печали наши никто не понял и смог не разобрать, когда в разгаре маскарад. Прячем слезы от посторонних, простим друг друга и зла не вспомним, никто не виноват, когда в разгаре слезы предлагает Валерий Меладзе. Такой же совет может дать и наш сегодняшний гость, клоунесса Елена Бользуна. Уж она-то точно знает, как вызвать улыбку и улучшить настроение, каким бы плохим оно ни было. Елена
Елена Бальзуна, клоунесса, актриса театра «Кавардак», руководитель курса пантомимы и театральной клоунады в Берлине. Лен, добрый вечер. Здравствуйте. Лен, вы у нас уже бывали в гостях. Я предлагаю сейчас просто нашим радиослушателям напомнить о себе, кто вы, что вы, чем занимаетесь, откуда вы родом, и главное, как пришли в эту профессию, профессию клоуна. Ну, я родилась в Риге, и потом как-то некоторое время путешествовала по миру, когда подросла, жила в Швеции, в Израиле, и там, собственно, познакомилась с клоунами, которые собирались ехать в Германию, и как-то, в общем, оказались все здесь 15 лет назад. И с тех пор вот я живу в Берлине. Хорошо, а в профессию как вы попали? Сперва был театр, и клоунада пришла позже. Как-то меня еще... Я девчонкой занималась в студии, и очень было интересно технология смешного. То есть не получалось смешить людей. И как-то я страдала от этого. Нет, не получала. Чудовищно страдала просто, что вот я делаю что-то смешное, там, кривляюсь, да, а они не смеются. И какое-то вот было вот там такое обидное что-то, знаете ли, что хотелось вот научиться. А в чем была проблема? Вы уже позже разобрались? Да, наверное, в том, что не было профессии, не было еще, да, не было профессионализма, а было желание, да, и я горела, это как-то очень, видимо, вот помогло, да. Не было навыков, и, конечно, как любой профессии, этому нужно долго, упорно трудиться, и как-то получается так, что вообще редко доволен собой, да. Как-то оно, наверное, больше неудач, чем вот удач, хотя люди вокруг меня это видят по-другому, я просто... Не то чтобы не уверена, я не очень довольна собой. Все еще по-прежнему? Да, да, то есть мне всегда хочется какого-то добиться вот чего-то еще, да, то есть вот эти вот... Ну, наверное, это не только у меня, это, может быть, как-то просто... Профессии клоуна, они редко собой довольны, и как-то им все не нравится. Вот тут же напрашивается тот самый пресловутый вопрос, по-моему, в прошлый раз вы мне на него уже ответили, о том, что клоуны – это зачастую грустные люди, ну или склонные к меланхолии. Да нет, ну, наверное, разные. Вообще, как все люди, они просто разные. Они утром скучные, да, сонные, злые, а к вечеру, глядишь, уже как-то и распогодилось, и шутки шутят, да, и на голове стоят, и, в общем, не такие уже они, да, как бы. Все по-разному бывает. Просто люди. Лен, ну вы сегодня пришли для того, чтобы мы поговорили о вашем новом проекте, о студии театральной клоунады при, по-моему, театре «Панда», да, здесь, в Берлине? Да, при поддержке театра «Панда». И, собственно, я начинала делать рекламу на два места. Это был театр «Панда» и театр «Акут». Но как-то получилось так, что люди пошли больше в «Панду», и в «Панде» образовался курс. А в «Акуде» я репетирую свои собственные проекты с другими артистами и сольно, и вместе с кем-то. А какие проекты, если не скрыть? Пока секрет. Так, ну хорошо. Тогда я предлагаю поговорить вот именно об этих курсах, о том, что именно вы там предлагаете и чему, собственно, там можно научиться. Да, получилось как-то так, что я никогда для себя не предполагала преподавать. А мне казалось, что вот учительство это вот, ну, как-то не для меня, и вообще это вот моя мама, вот она учитель, а я как бы нет. Я просто по себе сама девочка, вот клоун такой играющий, да. И два года назад я несколько недель заменяла преподавательницу в школе. Артистическая школа, тоже клоунада, артистика, этажи. И вошли во вкус. В Берлине. Да, мне очень понравилось. Как-то там было 10 человек, одни девочки. Я сперва удивилась, там, вау, девочки одни, ну что же я с ними бедными буду делать? Ни одного мальчика нету, да? Как-то вроде как профессия там мужская больше. А потом как-то так хорошо получилось, все веселые, молодые, как-то какие-то они глупости делали, да, безумные, какие-то забавные вещи. И как-то я вот через это объяснение для них сама очень много для себя получила. И когда все закончилось, да, мне как-то вот послевкусие было хорошее, и хотелось еще. При этом акцент в своей театральной студии вы делаете на пантомиму? Акцент, скорее всего, на нетрадиционное какое-то такое клоунское мышление, развитие фантазии, какая-то такая вот театральный показ гротесковый, как-то вот именно раскрепощение. И... Лена, а как у вас вообще отбор студентов или учеников происходит для этих курсов? Если начать просто с возраста, какая там возрастная категория?
кто приходит, потому что, по-моему, детей вы на эти курсы не берете. Нет, это совершенно верно. Детей не беру, вы правы. И даже это как-то написано в рекламе было, на флайерсе тоже стоит от 18 лет и старше. От 18? Да, и приходят разного возраста люди, и разный у них социальный статус. Ну, то есть есть дяденька один, он гешефсфюрер, да, он директор фирмы. А еще есть женщина, она, ну, ей где-то, она уже на пенсии, наверное, вот. И она всю жизнь хотела стать клоуном. Вот теперь, когда у нее есть время, и дети выросли. То есть генерального директора фирмы очень трудно себе представить с носом разукрашенного в образе клоуна. Ну, вот жалко, что он редко приходит, потому что очень занятый человек. Он какой-то такой прирожденный вообще комик, и как-то у него органично так это получается, и он просто не знает, видимо, он как-то решил, что он директор, а на самом деле. Хорошо. Прежде чем мы поговорим об истории пантомимы, я хотел вам задать именно этот вопрос. Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, как мы здесь обычно делаем, вы это уже знаете, послушать музыку. И затем уже вернуться к этому вопросу. Хорошо. Я бы вот хотела спросить, не поставите ли вы песню Земфиры? Что-нибудь про любовь. Меня бы очень устроило, знаете. Прости меня, моя любовь. Да, вот, например. Море обнимет, закопает.